Всем добрый вечер уже. Время у нас уже 16:15. Только что забрала посылку с Почты России. Дождались мы свою посылочку с Краснодара. Приправы от Лали Сергеевны. Вот такая посылочка. Вот так она у нас запакована. Скрываю в присутствии вас. На почте просто получила. Никакой оплаты не требуется. За пересылку уже было все уплочено. Запах стоит уже обалденный. Посылка еще не вскрыта. А уже запах идет. Вот так вот она у нас запакована. Еще разобраться, как она должна быть скрыта. Было бы хорошо. Не пойму. Так, передаю мужские руки. Нам мужчина будет скрывать. А запах уже обалденный. Вот так вот. Открывается. Вот посылочка с нас просматриваем. Как коробочка открывается. Это, девочки, какой запах идет. Вот теперь смотрим, что у нас тут. Вот такой набор. Выписывала я набор, называется «Купажи» за 1500 рублей. Посмотрим, что сюда входит. Сюда входит приправа для супа, борща, бульонов. Приправа универсальная. Девочки, все закрыто, все замотано. Доступа никакого. И тем не менее, уже запах есть. Следующие. Приправа для курицы. Гранатовая соль. Дальше. Вот так вот запакованы остальные приправки. Копченая паприка, итальянские травы, гранатовая соль, приправа, значит, соль сказка. Вот так вот все. Вот такая вот приправа для шашлыка. Дальше показываем. Кемали, соус по-грузински. И здесь вот так, девочки, запакованы две аджики. Зеленая и красная. Все достаточно герметично. Пузырьковые оболочки. Баночка не должна лопнуть. Попытаюсь ее открыть. Вот, пожалуйста, аджика красная. И вот аджика зеленая. И также, девочки, здесь открою вот так пакетик. Хочу показать. Вот они. Гранатовая соль, копченая паприка и итальянские травы. Это подарок от Лали Сергеевны, который был вложен в нашу посылку. Также выкладываю остальное, то, что было. Вот такой вот замечательный набор за 1500 рублей. Советую всем. Спасибо за внимание.